Юрий Александрович, подведите итог первого матча нашей команды после зимнего перерыва. Ну, в целом, я скажу, проходило под нашу диктовку. Вот. Второй тайм немножко поострее, чем первый был. Все-таки первый дебют мой, и, может, под моим руководством немножко такая... Первый тайм получился немножко скованным. Вот, но все равно первый тайм тоже, я скажу, достаточно под нашим. Много мяча контролировали, много подходов было именно к штрафной, но никак не могли реализовать. Второй тайм более острей стали играть. Вот, и что это привело именно к голу. Артем Юсупов забил очень хороший мяч ударом головой. Вот прокомментируйте этот голевой эпизод, ну, с нашим участием. Он и на сборах. Там три мяча забил тоже в этом же стиле, но что мне нравится, что он именно может разносторонне сыграть, что впереди на острие, что в середине. Он всегда активен, он может придержать, как бы говорят, что высокие не только на стандартах должны быть, а мое мнение, хоть без разницы какого ты роста, все равно ты должен и наверху, конечно, играть, и внизу. Сегодня не только был ваш дебют, да, в молодежном первенстве, но и нескольких футболистов молодежки Урала. Как оцените их игру? Я скажу, на 4. На 4. Какие вообще планы на ближайшие игры? Что, может быть, вы по итогам этого матча пересмотрите в своей игре, да, команды, либо уже ничего не будете менять? Планы все те же. Играть все те же. Показывать свою игру. Вот. Да, результат он должен быть, но я считаю результат второстепенный. Самое главное – это игра.